Вера Брежнева рассказала, что приняла твердое решение уйти. Популярная певица объяснила это тем, что устала. На протяжении нескольких лет Вера Брежнева была участницей самой сексуальной группы отечественного шоу-бизнеса «Виа Гра». Эффектная блондинка, по убеждению фанатов, входила в так называемый «золотой состав» наряду с Анной Седоковой и Надеждой Грановской. Однако 12 лет назад певица приняла решение покинуть коллектив. «После 5 лет очень активной работы в группе я устала. Я не собиралась начинать сольный проект. Даже наоборот, было понимание, что я этого делать не собираюсь. Планировала заниматься детьми, посвятить себя семье», – призналась Вера Брежнева. Вот только уйти со сцены артистки не удалось. Певица поняла, что фанаты не желают с ней расставаться. И тогда артистка приняла решение начать сольный проект. Она отметила, что первую песню делала как эксперимент и просто в удовольствие. При этом она отметила, что будучи самостоятельной певицей, ей пришлось принимать сложные решения и взвалить на себя колоссальный груз ответственности. «Если бы мне тогда, в 2007 году, кто-то рассказал, как в будущем сложится моя жизнь и моя карьера, я бы точно не поверила», – призналась Вера Брежнева, которая теперь не только успешная певица, но и бизнесвумен. Некоторое время назад она представила собственную линию косметических средств. Ее муж Константин Меладзе еще и ее продюсер. В работе, по словам Веры, они мыслят в одном направлении. Но если и возникают разногласия, то по признанию певицы ей это даже нравится, потому что позволяет посмотреть на ситуацию с другой стороны.